Кирово-Чепецкие юные лицеисты соревнуются в актерском искусстве. Наша съемочная группа побывала на фестивале «Театральная весна» в лицее города Кирово-Чепецка. В течение года юные лицеисты в театральных кружках готовят несколько постановок, а весной стартует отчетный концерт, где юные артисты демонстрируют то, чему научились, то есть свои лучшие спектакли. У нас сказка про потерянное время. Там мальчик, там некоторые дети, они теряли время, опаздывали на уроки, плохо учились. Вот. И мы, вот как преподаем им урок, должны им, ну, чтобы они больше так не задерживались. У меня образ первой злой волшебницы. Мы готовились долго, искали платье, плащ, какой сделать макияж. На фестивале «Театральная весна» не играет роли возраст участников или профессиональный опыт. Здесь оценивается другое – актерское мастерство, умение держаться, костюмы, декорации, музыкальное сопровождение. В общем, требования предъявляются как к профессиональным артистам. Соответственно, и в награду за творческие успехи класс-победитель получает не просто диплом, а нечто гораздо большее – статуэтку. Все дети стараются и мечтают выиграть, но даже сам выход на сцену для них в радость. Принимаю участие, мне нравится очень. И каждый год здесь загораются новые звездочки. Порой даже малыши показывают очень высокий уровень исполнения. Дружба есть, команда вау, мы все супер, всем нам браво. Отметим, что фестиваль «Театральная весна» уже стал доброй традицией. Он проходит на протяжении 14 лет. Почему такая мысль пришла вообще нам в голову? Ну, для того, чтобы дети смогли реализоваться не только в учебе, но и в творчестве. Актерское мастерство, оно ведь очень пригодится людям везде, всегда и во всем. На сцене выступать, на уроках, у доски. Милана Поварнисова, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.